Воспитатель – человек, в руках которого растет душа. Это ежедневный кропотливый труд, огромная ответственность за маленького человека. Лидия Шипелева работает в малокомплектном детском саду школы «Квантум». Уже с раннего возраста она знала, кем станет. Считает, что именно любовь к детям – первый и самый важный принцип, на котором основывается ее педагогическая философия. Все начинается с любви. Работая с детьми, ты сам проживаешь детство многократно. И одна из моих любимых книг – это «Маленький принц» Антуана Сент-Экзюпери. И там сказано, что каждый взрослый когда-то был ребенком, но не каждый взрослый об этом помнит. Вот. И моя работа как раз позволяет помнить себя в детстве, как я уже сказала, проживать каждый день эти моменты детства, видеть искренние улыбки, смех и радость. Лидия Игоревна – победитель окружного этапа и лауреат областного конкурса «Воспитатель года». Участие в нем – большой шаг для каждого педагога и некий катализатор всей деятельности, считает она. Вот уже 11 лет Лидия Шипелева занимается своим любимым делом. Участие в конкурсе помогло получить новые идеи, вдохновение и готовность к новым свершениям и победам. Я представляла свою авторскую разработку «Fairy Tale Box». Это коробочка со сказками или сказочная коробочка, где собраны, где игра, опыт и сказка собраны воедино. Это наша совместная задумка вместе с детьми. Детский сад, в котором Лидия Игоревна работает, уникален. Здесь открыты всего две разновозрастных группы для детей от 3 до 5 лет. По мнению воспитателя, это не сложно, а даже интересно. Так ребята старшего возраста быстрее становятся ответственными и учатся помогать малышам. На стенах в игровой очень много рисунков. Они радуют как детей, так и взрослых. Кстати, роспись стен Лидия Игоревна сделала сама, а само изображение выбирала вместе с детьми. Я думаю, те, кто работают в сфере образования и дошкольного образования, этому не удивятся, потому что каждый воспитатель – это творческий человек. И да, я обучалась в художественной школе и с самого детства, с подросткового возраста, с университетских времен. Рисунки, стен газеты – все это присутствует в моей жизни, да, и на самом деле все это сделано своими руками. Работа с детьми – это призвание, веление души, и, несмотря на трудности, детские улыбки, смех и радость искупают все. Раиса Киян, Виктор Николаев, телекомпания «Одинцова».